Сегодня Рижский административный районный суд удовлетворил просьбу Северокурзамской больницы разрешить продолжить строительство нового здания Талсинской больницы. Напомним, что строительство больницы в Талсе приостановлено. Организации «Латвия Заля Кустыба» и «Парсак Опту Латвию» подали в суд иск с целью оспорить разрешение на строительство Талсинской больницы. А камнем преткновения стало место строительства. Изначально планировалось построить больницу за городом. Масштабы строительства планировались космические. Пришел кризис и стало ясно, что это неразумно. Было выбрано другое место в городе. Как мы знаем, изначально для строительства больницы было предусмотрено совсем другое место, и оно было перспективное. Единственное объяснение изменений в том, что у Венспилса свои интересы. Они не хотят, чтобы филиал развивался и стал полноценной больницей. Сейчас она строится на небольшой территории возле Содапреда, и понятно, что никакого развития больницы в этом месте быть не может. До кризиса Талсинскую больницу планировалось построить за пределами Талсы. На большой территории размер больницы соответствовал бы размерам больницы имени Страдыня. Предполагались очень большие инвестиции, причем источник этих инвестиций не был ясен. Учитывая количество жителей Латвии и Талсинского края, и какие услуги обеспечивает Талсинская больница, какая нужна для этого инфраструктура, понятно, что такие большие помещения, какие были запланированы изначально, не нужны. Представители природоохранных организаций оспорили не место строительства, а разрешение на строительство. Если строительство заморозит и не удастся уложиться в сроки, то все средства, полученные на этот проект от Европейского Союза и от государства, придется возвращать. И это не самое страшное. Главное, люди останутся без современной больницы и вновь будут получать медицинские услуги в условиях, далеких даже от нормальных. Больница должна быть. В Латвии ничего подобного не строят больше. Мои коллеги из Добелы спрашивают, что у вас там такое происходит, что у вас строят больницу? За какие такие привилегии вам ее строят? Представитель организации «Латвия Заля Кустыба» заверил, что они оспорят решение суда, и на это по закону есть у них 10 дней.